Всем привет! Мой очередной влог. Начало с автомобиля, как обычно. Вот, сейчас еду с Доминикой. Мы едем блогерская такая пати, как Ника говорит. Вот, устраивает медиасеть Air. И я такая думаю, может быть, мне подключиться к этой медиасети. Ну, в общем, не знаю. Сейчас поговорю, и может быть... в общем, что они мне предложат. Не знаю, интересно. Но они молодцы, то, что вот реально они Украину блогеров поддерживают. Очень здорово. И это подкупает. Так, что сейчас там будет, я не знаю. Знаю, что будет много полезной информации и... как бы знакомство, кто еще не познакомился среди блогеров. Я вам поснимаю, покажу, как это будет у нас происходить в этот раз. Вот, но это будет еще не все, так как выходные, сегодня суббота, то завтра будет еще воскресенье. Демка у нас выздоравливает, он, правда, еще на антибиотиках, дома остался с папой, мы с Никой уехали. И папа такой говорит, как вы на выходной уехали? Вы меня бросили. Я говорю, следующая суббота твоя. Вот, поэтому мы с Никой сегодня гуляем. А завтра такой, я думаю, будет, наверное, семейный день. Я не снимала, но вот мы ходили в Карпаччо кафе. У нас в районе есть, на Сокарках. Очень вкусно там. Я обычно снимаю стори, инста-стори. Там, кто ну, подписан, те видят. Вот. И что очень понравилось детворе. Вот они пришли, заказали покушать и ушли в игровую комнату. И получается, что у нас с мужем как свидание было. Потом пришли, поели и опять ушли в игровую комнату. И все. Там есть няня, там есть телевизор, они там занимаются разной... рукоделием. Да, ну то есть я имею в виду всякие-то поделочки делают, то есть тоже очень здорово. Вот, поэтому имейте в виду, что вот у нас в Киеве есть такое хорошее место с няней. Вообще их много. Есть вот тарелка, ну я говорю, по крайней мере, то, что вот мы часто ходим, то есть то, что мы знаем у нас в районе. А где, может быть, у вас, обязательно пишите в комментариях. Делитесь, чтобы другие мамы тоже были в курсе, потому что иногда очень полезно просто вот с семьей выйти, и вот у нас так получилось случайно, просто зашли покушать, а так посидели, как будто бы прям, я не знаю, прям отдохнули, было очень здорово. И в России тогда был день мам, и мы отмечали. Знаете, русскому народу, ну как русскому, я имею в виду, я же тоже как наполовину русская, я считаю, что все мы славяне. Так вот, и... то, что политическое происходит, я не обращаю на это внимания, люди не виноваты в том, что политики поделить не могут. Так вот, славянскому народу дай только повод, да, что-то отпраздновать, ну вот, как-то так. Мы уже подъезжаем, мы приехали на Оболонь, это будет происходить также, то есть там же, где и был Video People, в гольф-клубе. Мне там очень нравится, особенно когда там тепло, там так классно, там такие террасы, вот, ну и вообще, там прикольно. Поэтому оставайтесь со мной, Ника, кстати, тоже влог снимает на свой канал, и я думаю, будет что-то интересное. Привет подписчикам канала Анна Запорожская. Подписывайтесь на Анну, она очень красивая. Только поэтому, да? Ну, я поэтому подписался. Я пожалела, что надела белое. Сейчас на меня полетели брызги с Пепси.
теперь буду замываться. Это называется персипатия. Тут студу. Интересно, а зачем я посетил нашего ресторана? Я просто в ТикТоке. Нина! Мы тут уже сидели. Сейчас будут какие-то... Что-то будет, короче. Это викторина, наверное. Да? Я знаю. Ой, тебя знаю. И тебя знаю. Я знаю. Да, знаю. Я знаю, но не знаю, что это. Так, хорошо. Давай поменяем. Все. Девчонки, начинаем игру. Хотела бы включить не Инстаграм, а как эта игра называется? Как эта игра называется? Все, игра называется «Кто я?». Игра называется «Кто я?». Что, начнем? Давай, какие вопросы Диана начинает? Я начала. Сейчас, давай, я начинаю. Я из Украины, например, блогер. Начинаем. Давайте, давай по кругу начнем с тебя. Давай. Я мальчик или девочка? Мальчик. Я... Да или нет, нужно отвечать. Да, да. Да или да, нет? Мальчик, да. А, я мальчик, да? Я... Сейчас, секундочку, у меня сбили. Я лайфстайл-блогер. Мальчик. Я блогер-шутник или как это, фан-блогер? Нет. Еще три вопроса? Три вопроса? Да. Это однотипно. А, все? Да, давай, ты. Типа я уже поиграла, можно спросить? Какая категория? А поскольку какая категория? По три за раз. Тут категории бьюти здесь вообще нет. А нет, есть. Я ну, детский канал. Да, детский канал. Я мисс Кэти. Я определяю. Еще один вопрос. Я мальчик. Да. Детский канал. Да. Мистер Макс. Да. Ты просто так хорошо смотрела на меня. Я просто смотрела быстренько. А сколько надо идти лайков? Я забила. У меня задача. Мне ж нельзя. Нельзя. Какая я честная. Сразу что на мне фоткается? А сколько надо баллов собрать на iPhone? Максимально. А сколько там вообще, какой сумме лайков начинается? Вы забираете, а что ничего не понятно. Я мальчик? Да. Молодой? Да. Он не слишком. Бьюти? Нет. Какой же мальчик? Давай так. Я девочка? Да. 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 А кого есть девочки? Да. Что-то, наверное, знаменитый. Наши. Знаю Спилберг. О, да. Угадала. А как все угадывают? Я не знаю. Неважно, Петя, это нормально, давай. Я сегодня называю весь день Светой. Ты что, ты как-то слышишь? Боже, я тебе говорю, давай, давай. Ай, посмотри, мы снова познакомимся. Тебя? Так, назови три имени сидящих рядом с тобой, со словом блогера, то же самое. Лиза, Нина, Диана. Все. Назови три тренда на YouTube. А тренды на YouTube? Трендовые видео. Детские, а, Маша и Медведь, Мунди, не тренд. А детские видео? То, что популярное сейчас. То, что сейчас популярное на YouTube, например. Нет, тренды не то. А что? Это то, что набирает популярность. Ну, это без своего макияжа. Это тренд. А, все понятно. Я не справилась.